Ну что ж, ребятушки, всем привет! Рад приветствовать всех вас на своем канале Слава Барандозов. В этом видео будем открывать вот такой вот боксик по коллекции Формулы 1 от компании Topps 21 сезона. В таком боксике у нас 5 пакетиков по 10 наклеек, по 10, не по 5, не по 6, а по 10 наклеек. И также в таком боксике есть наклейки, которые Limited Edition, 2 штуки. Limited Edition клеится вот на вот этот постер, кстати. На моем канале уже есть такая распаковка по этой коллекции. Там мы обозреваем альбом и такой же бокс открываем. Так что, кому интересно, проходите, смотрите. Ну, а мы приступаем к второй серии и погнали. Ну что ж, тут у нас все как обычно, все стандартно. Что же вам достанется? Возможно, Макс Ферстаппен, а возможно, Льюис Хэмилтон, а возможно, Алонсо, а возможно, чувак из Альфа Таури, не помню. Как его имя, ну, кто знает, подскажите. Ну что ж, погнали. Итак, пакет, бокс. На 5 пакет. По 10 штук, по 10, что там. А там ничего, как обычно, могли бы что-нибудь положить. Итак, вот она лимитка. Фернандо Алонсо и Макс Ферстаппен. Вот так вот выглядят лимитки, которые клеятся вот на вот этот постер. Вот. Круто. Такой лимитки, по-моему, еще нет. Отлично. Сюда. Ну, мы ее учитывать как блестяшку не будем. Также вот у нас есть горький опыт по раскрытию таких пакетов, ребят. Эти пакеты старайтесь открывать очень аккуратно, так как они наклейки внутри все разного размера. И я порвал 2 большие наклейки на предыдущем распайке. Вот. Ну что же, ребят, давайте будем смотреть, кто нам в этом видео попадется. Итак, вижу Ланда Норриса. Не хочет открываться пакет. Так, Ландо Норрис, 4 номер. Собственной персоной. Сюда. Блестяшка Альфа Ромео. Это представление команд. По-моему, вторая. Первой страницы, в общем, журнала. Отлично. Так, о, Макс Ферстаппен. Радиосигнал. Number one, говорит. Вот, Red Bull команда. Сюда. Так, Даниэль Рикьярдо. Макларен, если мне память не изменяется, да. Так, ну и пошли болиды. Обрезанная попка, жопка болида Альфа Ромео. Так, куда бы его? Все, давайте сюда будем складывать. О! А, нет, это Макларен. Я думал, что целая. А, как целая? Две жопки. Так, ну ладно. Сюда. Дальше погнали. Red Bull. 33 номер. Так, сюда. Хас. 9. Господин Никитос Мазепин. Сюда. Альфа Таури. Хонда. О, и Макларен. О, круто. Мне вот эта наклейка нравится. Я смотрел некоторые обзоры. Ой, и вот на обзорах мне вот это заходила наклейка у всех. Прям такая яркая, специфическая. Вот Макларен весь в искрах. Отлично. Так, ну что же, ребят, первый пакетик закончился. Давайте, открываем дальше. Вижу ребят с Формулы 2. Так, аккуратненько открыли. Формула 2, 2 пилота. В голубых рубашках. Так, сюда. Так, погнали. Шарль Леклер. Феррари команда. Радиосигнал. Ферстаппен, как слышишь. Альфа Таури, представление команд Скудерия. Блестяшечка. 2 блестяшки. Слушайте, ребята, тут, наверное, одинаковое, да, количество в пакетах. В предыдущем тоже было 2 блестяшки. Так, Кими Райконин, у нас Альфа Ромео. Так, сюда пилота. Так, жопки погнали. Альпин, 14 номер, сюда. Так, Хас. Сюда. Ну и болиды пошли. Макларен. Вид сверху, тапка. Кока-кола. Сюда. Так, и у нас Альфа Ромео. Под дождем, клево. Отлично. Сюда. И Вильямс. Джордж Рассел, наверное, да? 63-й. Точно не помню. И Red Bull. 33-й Макс. По-моему, 33-й Макс Ферстаппен. Так, сюда. Отлично. Блин, ребят, такое ощущение, как будто в детство возвращаешься. И не наклейки, а вкладыши. А турбо перебираешь. Очень круто. Ностальгия так и прет. Так. Ланс Тролл.
Так, большая наклейка. Это у нас команда Aston Martin. Сюда. Так, его, смотрите, опять две блестяшки, да, походу. Ландо Норрис, собственно, персона. И Вальтери Боттас. Со команда Льюиса Хэмилтона. Ну, по-моему, в этом сезоне уже не со команда. Так, Карлос Сайнс, команда Феррари, занял третье место в этом. Ну, не в этом, уже в том году. Так, сюда. И пошли жопки Альпин, 31 номер. Так, Red Bull, 11. Сюда. Что там? Астон Мартин. Торможение, очень круто. Так, сюда. Хас, это Шумахер, 47 номер вроде бы. Так. О, Феррари, смотрите, в боксах. Круто. Что-то там делают. Чинят. И Макларен, вид сверху. Вот так можно смотреть. Хоть так, хоть как, ребят. Как угодно можно смотреть. Очень крутые наклейки, очень крутые фотографии. Прям, я говорю, еще раз респектос дизайнеру наклеек, фотографу, который фотографировал. Так, ну что же, опять Макс. Сегодня Макс решил заполонить наш эфир. Ну что ж, круто. Смотрите, Макс куда-то собирается. Так, блестяшки Фернандо Алонсо. Альпин. Залезает, то ли вылазит из кабины. Шлем. Вот, ребят, помните, коллекция КХЛ, да? Там есть, значит, подсерийка шлема вратарей. И вот, сравните, не подсерийку, а просто вот в наклейку и топса. И по Нине. Хоккейные шлема. И здесь как это все сделано, как сфотографировано. То ли на тех наклейках невозможно ничего разобрать. И здесь. Все надписи читаются, все видно прекрасно. Да. Учитесь по Нине. Так, Ланс Стролл. Передает всем привет по связи. Вальтери Боттас приехал на пит-стоп. Быстро шины поменяли, бен залили. Так, сюда. Так, жопки пошли. Такая жопка есть в Феррари. 100% сюда. Альфа Ромео. Передок. И Альпин с искрами опять. Очень круто. Так, Williams Racing. Дальше погнали. Альфа Таури. И Астон Мартин. Астон Мартин. По-моему, такая наклейка есть у меня. Да ладно, посмотрим. Что, ребят, и последний пакет. Кстати, ребят, вы не забыли, что конкурс? Конкурс вот здесь идет. Конкурс. Успеваем на конкурс. Ну вот, о чем я говорил, я опять порвал наклейку. Что же тут делать? Где моя? И опять большая, да, наклейка? Опять с пилотом или нет? С командой Williams Racing, Монте-Карло. Так, ну да ладно. Сюда. Так, блестяха. Дэниэл Рикьярдо. Дальше погнали. Пилоты Формулы 2. Блестяшечные. Так, Юки Цунода, Альфа Таури. Готов, ждет тачку. Сюда им. Жопки Ред Була. 11 номер. Жопка Мерседеса. Сюда. И болиды пошли. Макларен. Альфа Ромео. Феррари. Скудерия. И Ред Бул 11 номер. Ну что ж, ребята. Коллекция красочная. Всем советую приобрести. А особенно любителям авто и мотоспорта. Не пожалеете однозначно. Ну, я предполагаю, что у нас 10 блестяшек, так как в каждом пакете считаю одинаковое вложение. Так что даже можно считать. Ну, посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, девять, десять. Ну, так точно 10 наклеек. В каждом пакетике по 2. И Слава опять порвал наклейку. Что же будешь делать? Ну да ладно, ребят, ставьте большие пальцы вверх, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всех обнял. Пока.